Хусни Мубарак, самый уважаемый египтянин, кричали его сторонники, я ожидаю увидеть экс-президента Египта у здания Каирского суда. Однако заседание было перенесено до 3 ноября по причине отсутствия обвиняемого. Председатель Кассационного суда пояснил, что это связано с невозможностью транспортировки Мубарака на слушание из-за состояния его здоровья и со сложностями в обеспечении его безопасности. Мубарак проходит по делу о гибели демонстрантов в январе 2011 года. Почему суд отложили до ноября, возмущается сторонник Мубарака. Что означает эта несправедливость? Что такого сделал Мубарак? Кого ограбил? Если бы он захотел это сделать, то сделал бы и покинул Египет. Это повторный процесс по делу о причастности Мубарака к убийству протестующих. Решение, которое примет Кассационный суд, будет окончательным и обжалованию не подлежит.